Вскрыл деку. Контроллер там. И вот такое вот красотища. Это у нас три фазы на двигатель. Сейчас буду разлеплять все это и думать, что с этим делать. Короче, вот к одному из этих проводов, по-моему, вот к этому, что ли. Смотрите, аж как припаялся разъем. Вот так вот летом греются провода. Я, кстати, еще... У меня ж были всякие ошибки, повылазили. Эти дни пытался дать коксу, чтобы посмотреть, но ошибки не вылезли больше. Но как видите, здесь вот до металла все расплавилось. Они просто расплавляют все. Так, к какому выводу я пришел? Значит, всему виной и плавится, в принципе, все вокруг вот этих контакторов. Я это все зачищу обязательно еще. Все это зажму, чтобы хорошо все это было окей. Так, значит, ребята, вот есть такая насадочка интересная для зачистки медных труб для пайки. Она у меня есть, просто эта насадочка. И я почистил вот эти наружные контакты. А вот внутренние вот эти провода... А, есть у меня же еще эти самые фрезы. Я могу ими. Пару фрез нашел вот. Надеюсь, что-то выберу тут интересное. Такая фреза. Ну, на глаз 4 миллиметра это где-то. Ну, идеально почистила. Просто вообще бомба. Так, значит, контакты почищены. И двойная термоусадка снаружи сделана. Как бы этого должно быть достаточно. Сейчас проверю остальные провода. Здесь мелкие все. Чтоб не было косяков. Вот. И буду все закрывать.